Здравствуйте. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в нашей программе мы поговорим на две очень важные темы для населения. Первое – это как правильно выбрать управляющую компанию, как осуществляется контроль за ней и каковы признаки идеальной управляющей организации. И вторая тема – как живет и развивается Красноглинский район Самары, что было сделано в плане благоустройства в Красноглинском районе. И я представляю гостей в студии. Вадим Иванович Костин, заместитель главы Красноглинского внутригородского района города Самары, и Вячеслав Юрьевич Тихонов, руководитель Центрального управления жилищного надзора Государственной жилищной инспекции Самарской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, предлагаю начать наш разговор. Первый вопрос, наверное, Вячеслав Юрьевич, я задам вам. Расскажите, вот мы с вами обозначили сегодня тему, и я хочу вас спросить, как выстраивается идеальная работа с управляющей компанией, какие предложения и, конечно, современные требования к управляющим компаниям. Добрый день. Рад поучаствовать в данной передаче. Орган Государственного жилищного надзора, Государственная жилищная инспекция, является органом исполнительной власти, который осуществляет надзор за содержанием эксплуатации жилищного фонда и работой управляющих организаций. Идеально работа выстраивается между управляющими организациями и собственниками тогда, когда наше вмешательство в данном случае не будет требоваться, потому что мы осуществляем именно надзор. Основные требования сформулированы в жилищном кодексе. Есть ряд подзаконных актов, которые формулируют как лицензионные требования, это управляющие организации, так и общие требования к содержанию и предоставлению коммунальных услуг. В данном случае собственник напрямую взаимодействует с управляющей организацией, и если взаимопонимание не происходит и возникают какие-то вопросы, то, соответственно, в данную ситуацию можем вмешаться мы, как орган исполнительной власти, с учетом требований законодательства. Спасибо. Вадим Иванович, что было сделано в этом году в плане благоустройства? Какие были работы выполнены? Ну и, конечно, как живет, развивается Красноглинский район? Красноглинский район – это один из красивейших зеленых районов городского округа Самары. В этом году по различным программам, которые у нас сейчас реализуются, это программа благоустройства, программа «Комфортная городская среда», это реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», программа «Губернаторский проект содействия» и общественная инициатива «Это твор-конструктор двора». В рамках этих программ выполнялись работы по благоустройству территории Красноглинского района. Были сделаны значительные такие моменты, касающихся как дворовых территорий, это были отремонтированы и дворовые территории по шести адресам. Выполнены работы по замене малых архитектурных форм, строительству парковочных мест, ремонту проездов, обустройству новых тротуаров. По программе содействия выполняется работа крутых в микрорайоне «Крутых ключах». Это обустройство как спортивной, детской площадки и зоны релакса и для детей младшего, среднего и старшего возраста взрослых. Здесь выполняются работы, это и асфальтирование, и озеленение, и монтаж спортивного оборудования. Да, по программе «Твой конструктор двора» мы также по инициативе общественности, прежде всего жителей, восстанавливаем футбольное поле. Восстановили. Это 11-й квартал мехзавода, дом 32, здесь детская площадка спортивная. И также сделали довольно-таки уютную детскую площадку по адресу Красноглинское шоссе 1-23. Это также она была сделана по инициативе жителей, которые предложили нам эскизный проект. Ну, мы доработали, соответственно, и в условиях сегодняшних нормативных документов мы построили ее. Спасибо. Продолжим обязательно с вами. Вячеслав Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, как осуществляется контроль за управляющими компаниями? Ну вот, к примеру, управляющая компания не реагирует на обращение жителей. Такое зачастую тоже бывает. Вот какие практические советы в связи с этим вы могли бы дать? Да, здесь достаточно алгоритм простой. У нас существует
система ГИС ЖКХ, через которую можно обратиться в орган государственного жилищного надзора, либо можно обратиться путем направления письменного обращения, либо по почте, либо непосредственно в офисе государственной жилищной инспекции. В данном случае надзор осуществляется в рамках 248 федерального закона. Это достаточно новый закон, который внес изменения в порядок осуществления надзора. Сейчас применяется помимо контрольно-надзорных мероприятий, что ну, в обычном понимании это проверки, а также и профилактические мероприятия, причем приоритет именно профилактические мероприятия, которые предупреждают и совершение правонарушений со стороны ответственных лиц. Если у нас управляющая организация не взаимодействует с собственником и обращение попало к нам, естественно, мы его в рабочем порядке стараемся отработать до применения каких-либо процедур в рамках профилактических мероприятий. Если же это не помогает, соответственно, или существует угроза жизни и здоровью, то обязательно проводится контрольно-надзорное мероприятие с использованием всего инструментария, который у нас предусмотрен административным законодательством. Это и выдача обязательных предписаний, также привлечение к административной ответственности в рамках действующего законодательства. Ну вот, кстати, впереди зима, и наверняка самая горячая пора обращений именно в этот период. Это действительно так? Да, конечно. У нас наиболее активный период работы – это отопительный сезон, потому что жизненно важный ресурс подается в дома, и тепло должно быть во всех многоквартирных домах и жилых домах. Соответственно, инспекция проводит мониторинг состояния домов и оперативно отрабатывает все обращения, которые поступают по данным вопросам. Безусловно, в рамках подготовки к отопительному сезону нами также проводится работа по проверке готовности домов, по оформлению паспортов готовности. Плотно работаем с администрациями городских округов, участвуем в штабах по подготовке к зиме. Все проблемные вопросы, связанные с отдельными многоквартирными домами, выносятся обязательно и разбираются вплоть до получения положительного результата. Спасибо. У каждого жителя Самары есть возможность поучаствовать в принятии решений, связанных с благоустройством городской среды. Жители Красноглинского района Самары приняли участие в проекте формирования комфортной городской среды. Вот какие ремонтные работы провели в одном из дворов Красноглинского района, расскажет Александра Гусева. Новые лавочки, кустарники, аккуратные тротуары, отремонтированные внутриквартальные проезды. Именно так теперь выглядит один из дворов Красноглинского района. Татьяна Фурсова рассказывает, двор возле ее дома давно нуждался в уходе. Местные жители уже давно начали задумываться о том, как осуществить ремонт дворового пространства. Было принято решение о подаче заявки для участия в программе формирования комфортной городской среды на спроекта «Жилье и городская среда». Ну, у нас вообще много всего изменилось. У нас стали красивые дорожки, насаждения, у нас детская современная площадка на новом, по хорошем покрытии. А 30 лет с момента сдачи дома у нас здесь не было, ну, фактически ничего. Старые мафы, старые качели, да, здесь были просто тропинки, не было асфальта, поэтому у нас очень кардинально все изменилось. К благоустройству двора на Красноглинском шоссе 1/23 удалось подойти комплексно. По наспроекту проведены работы по асфальтированию подъездных путей, парковочных карманов и тротуарных дорожек. А в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» установлена детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Также установлены скамейки, урны и ограждения. Жители не останавливаются на достигнутом и в будущем планируют подать заявку для возможности обустройства еще двух площадок – спортивной и для детей старшего возраста. В 22 году в рамках программы «Комфортная городская среда» было выполнено благоустройство 6 дворовых территорий. Поселки Мегзавод, 3 территории, это второй квартал, дома 44, 45, 46, пятый квартал, дом 5 и квартал 16, дом 4. Также поселок Управленческий, Парижская коммуна 30, и вот сейчас здесь на Красноглинском шоссе 1/23. На всех территориях были проведены работы по ремонту дворовых проездов. На общем собрании жителей можно принять решение и дополнительно организовать детскую или спортивную площадку, новую автомобильную парковку. Итак, продолжаем наш разговор. Заговорили об отопительном сезоне. У меня логичный вопрос к вам, Вадим Иванович. В Красноглинском районе все ли дома подключены к теплу? То есть все ли граждане обеспечены действительно вот этим важным, жизненным, необходимым ресурсом? Спасибо.
Значит, на территории Красноглинского района 870 многоквартирных домов. А отопление вот этих многоквартирных домов осуществляется как котельными, так и индивидуальными источниками тепла, находящимися в квартирах. Значит, 515 домов у нас отапливаются от котельных, 24 котельные. Это они различных форм собственности. Здесь и находящиеся в обслуживании МП инженерной службы, и ряд ведомственных котельных. Значит, все отопление, которое получают многоквартирные дома, на сегодняшний день отопление включено во всех домах. 27 сентября был начало отопительного сезона. Конечно, сиюминутно мы, соответственно, не было включения. Оно проходило в течение недели, все дома получили тепло. Конечно, в первую очередь подключение осуществлялось это объекты социальной сферы, школы, детские сады, объекты с круглосуточным пребыванием жителей. Это и детей, и, соответственно, больницы. Что касается по качеству пуска тепла, значит, у нас работает горячая линия. И вот на сегодняшний день, делая срез, можно сказать следующее. Обращение есть от жителей, но в целом вот мы за на сегодняшний день, в течение месяца, практически получили не более 100 обращений. Все эти обращения отработаны. Да, были случаи, когда мы, управляющая компания, могла сиюминутно устранить тот или иной проблему постоячно. Это было связано или с отсутствием жильца, или здесь необходимо были выполнять работы сварочные. Но в течение суток или двое суток, когда находили жильца, постоячную регулировку провели, все проблемы устранили. Но вопрос все равно находится на ежедневном контроле. У нас работает и круглосуточный, и дежурный по приеме заявок на телефон горячей линии в части отопления и по любым другим проблемам. Вот. И в дневное время дополнительно еще работает телефон также горячей линии, где мы осуществляем уже в ручном режиме какие-то моменты, связанные вот с неполадками той или иной сферы. Вот на встрече по вопросам ЖКХ губернатор напомнил о частичной компенсации затрат на управление многоквартирным домом. И Дмитрий Игоревич обратил внимание на то, что не все активисты знают об этой мере поддержки и, значит, соответственно, не могут ею воспользоваться. Скажите, пожалуйста, разъяснительная работа ведется? Безусловно, да. Разъяснительная работа ведется. Больше скажу, данная работа ведется в основном органом местного самоуправления, но у нас есть такой большой проект «Мой дом», который в том числе создан по инициативе Дмитрия Игоревича Азарова. В рамках этого проекта работает горячая линия, на которую можно позвонить и, соответственно, получить исчерпывающую информацию, в том числе и по вопросам компенсации. Мы, со своей стороны, на всех своих информационных ресурсах обязательно освещаем в том числе и эту тему, и в новостном разделе, и в разделе на сайте Государственной жилищной инспекции. Могу продиктовать горячую линию. Да, пожалуйста. 8-800-4-5-263 – это горячая линия проекта «Мой дом» для всех активистов и активных собственников многоквартирных домов, на который можно обратиться и получить компетентный ответ. Ну вот, кстати, прекрасно, что мы подошли к программе «Мой дом», которая также была инициирована губернатором нашей области. Скажите, пожалуйста, Вадим Иванович, а вот активные жители Красноглинского района активно вовлечены в эту программу? Приходят ли на семинары? И как вы считаете, вот насколько действительно эта программа нужна, она своевременна? И она работает? Да, у нас работает эта программа. В какой части? Значит, прежде всего, на протяжении всего 2021 года мы проводили семинары, приглашали председателей МКД, рассматривались вопросы. Это совместно с Государственной жилищной инспекцией и Центром поддержки председателей МКД и председателей ТСЖ и ТСН проводили семинары по направлению, как правильно провести собрание собственников, как проверить правильность начисления коммунальных услуг, услуг за текущий ремонт, услуг за содержание, как проверить и составить план текущего ремонта.
Эти вопросы были очень интересны. Мы на протяжении всего года проводили и выездные семинары. Это в поселках Береза, поселок Прибрежный, управленческий мехзавод. Вот. Жителям интересно. Интересно, во-первых, то, что сейчас уже этап такой, что проводят собрание с жителями уже и на портале госуслуг. Через ГИС ЖКХ уже жители имеют возможность, не выходя из дома, проводить такие собрания. Уже опыт есть, и более сотни домов, где инициативные жители уже через портал госуслуг проводят такие собрания. Конечно, не у всех сразу все получается. И вот в этом году мы как раз и семинары проходят уже на новом этапе научить жителей, как правильно работать вот на этом портале, как проводить собрания. И, соответственно, по итогам предыдущего года мы сделали такой срез. Получилось следующее. Вот при отработке планов текущего ремонта жители, по крайней мере, уже услышали и управляющую компанию нас о том, что установка приборов учета, приборов регулирования, отдает свои плоды. И это можно решить на общем собрании, именно установку таких приборов, соответственно, это дает что? Прежде всего, жители это видят. Во-первых, качество подачи услуг, это нет уже той переплаты за те услуги, которые жители недополучили. Вот. Ну, экономия, вот, по крайней мере, по тепловой энергии. Жители поставили прибор учета, прибор регулирования. Экономия составляет в год на одну двухкомнатную квартиру не менее 3-3,5 тысяч рублей. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Красноглинского района областного центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Нам объяснили сегодня, что по ГИСу нам будут объяснять, для чего это нужно. Значит, будем слушать, будем учить председателей, будем объяснять жителям, потому что многие же не знают, не понимают, что это такое. Мне скоро 75 лет, я еще учусь. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Кроме того, в рамках семинара, помимо системы ГИС ЖКХ, проводятся мероприятия по обучению законодательству в плане соблюдения тишины. То есть рассматриваются как региональные аспекты законодательства, так и местного законодательства. Жители более-менее начинают как бы быть подкованными по вопросам обращение, куда им следует обращаться, если нарушаются их права по тишине. В Красноглинском районе областного центра 870 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Освоить новую программу им помогают в ресурсных центрах. В Красноглинском районе их два. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-5555-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Вячеслав Юрьевич, а какова ваша позиция вот в отношении работы проекта? И специалисты Государственной жилищной инспекции принимают участие в реализации проекта? Да, специалисты Государственной жилищной инспекции, безусловно, принимают участие. Я сам лично принимаю участие в данном проекте. Проект интересный, работает не первый год и показал свою эффективность. Данный проект позволяет получить обратную связь от собственников, потому что в рамках основной программы мы рассказываем про нововведение законодательства и действующие системы, государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Но также многие собственники остаются, и мы детально разбираем каждый вопрос, который у них возникает при проведении данного мероприятия. Более того, в рамках этого мероприятия
мероприятии присутствуют специалисты иных организаций, таких как фонды капитального ремонта, управляющих организаций, которые также позволяют оперативно с глазу на глаз с собственником предметно обсудить какой-либо из вопросов. Активно принимает участие в данном проекте и администрация, и вот такими совместными усилиями нам удается донести в том числе и новую информацию, связанную с новыми инструментами цифровыми, которые есть в системе ГИС ЖКХ. Например? Например, проведение общего собрания собственников в электронной форме. Угу. Плюсы проведения данного собрания: снижает нагрузку, связанную с оформлением на бумажном носителе всех необходимых документов, это бюллетени и сам протокол. Плюс позволяет участвовать в голосовании в любой точке мира в любое время, потому что это происходит через электронную систему. Авторизация требуется лишь, если у вас есть госуслуги, не требуется авторизация, можно войти через систему авторизации госуслуг. Вот. Очень удобно в этом плане. И извещение о том, что на вашем доме проводится собрание, приходит также в приложение, и вы можете увидеть повестку и, соответственно, принять участие удаленно, заочно, с использованием данной системы. Более того, данная система бесплатная, в отличие от других, которые существуют на данный момент. Она работает на всей территории Российской Федерации. И помимо электронного голосования, эта система имеет ряд полезных инструментариев, которыми может пользоваться собственников. Спасибо большое, Вадим Иванович. Ну и заключительный вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, вот как осуществляется взаимодействие как раз ГЖИ с внутригородскими районами города Самара? Ну, мы сейчас говорим о районе Красноглинском. Да, мы знакомы и со своим инспектором, который курирует Красноглинский район. Мы знакомы и с теми требованиями, которые предъявляет государственная жилищная инспекция к управляющим компаниям. Вот. Мы заводим, прежде всего, работаем по системе ГИС ЖКХ. Соответственно, мы совместно контролируем работу как управляющих компаний, так и ЖСК и ТСЖ. Но один из моментов взаимодействия – это подготовка к отопительному сезону, оформление паспортов готовности и, соответственно, проверка актов готовности каждого дома. Здесь уже не слукавишь. Управляющая компания обязана разместить и акт опрессовки, и акт промывки, и выполненные работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону. Мы, соответственно, отслеживаем вопросы, связанные непосредственно на доме, если есть и обращения в том числе, или есть нюансы, которые требуют выхода на место. Обращаемся в случае необходимости в управляющую компанию для принятия мер административного воздействия на ту или иную управляющую компанию. И, соответственно, приходим к результату, который позволяет, как я вам сказал, включили и подключение отопительного сезона, прошло оно как-то быстро и без существенного такого затяжного характера. Ну что же, спасибо большое. Наше время подошло к концу. И буквально коротко, наша программа называется «Совет моего дома». А вот какой бы совет вы дали при управлении многоквартирным домом? Безусловно, совет... собственникам совет следующий. Обязательно, конечно, нужно выбрать из числа собственников совет дома, который будет отвечать за взаимодействие между управляющими организациями и собственниками, потому что очень большая роль возложена именно на взаимодействие, на осуществление контроля общественного со стороны собственников МКД. Без данных активистов, которые выполняют, безусловно, очень важную роль в управлении домом, работа в целом жилищно-коммунального хозяйства и конкретного дома, обслуживание конкретного дома, она, конечно, будет затруднена. Поэтому со своей стороны хочу сказать, что председатель Совета МКД – это действительно активные люди, которые помогают в работе как управляющим организациям, так и собственникам, так и органам государственного жилищного надзора. Спасибо. Вадим Иванович, а что бы вы хотели пожелать, посоветовать домам в Красноглинском районе? Прежде всего, жителям Красноглинского района хотелось бы, чтобы были неравнодушны, инициативны в своих заявлениях, в своих предложениях. Мы вас ждем. Приходите в любое время своими инициативами, эскизами, проектами.
возможно все воплотить, было бы желание. Спасибо вам большое. Это была программа «Совет моего дома», но надеемся, что ответы, которые озвучили мои сегодняшние гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч.